Всем привет! Сегодня мы приготовим солянку сборную мясную. Итак, поехали! Нам понадобится лук, лимон, огурцы. Залил рассольчиком. Оливки тоже с рассольчиком. Масло сливочное, сок томатный, отварная говядина, ветчина и несколько видов колбасы. Сосиски и там другие колбаски. Но для начала добываем огонь и ставим казан. Пока греется наш казан, нарезаем лук полукольцами. Итак, лук нарезали. Идем его обжаривать и заодно обжарим наши колбаски. Обжариваем все это дело на сливочном масле. Лук немножко обжарили, добавляем наши колбаски. Обжарили лук с колбасками, его достаем. После чего загружаем наши огурцы сразу с рассолом. Также к огурцам выливаем наш бульон, в котором варилась говядина. Все, закрываем казан как минимум на полчаса, минут 40 даже. Тем временем, пока варятся огурцы, берем наш лимончик, чистим его половинку и нарезаем мелко нарезаем. Прошло полчаса. И закладываем все наши остальные ингредиенты. Это томатный сок, 0,5 литра. Дальше оливки. Также с рассолом все это дело. Наша говядина, ветчина и лук с колбасками. Пол нарезанного лимончика. Добавили еще литр воды к этому всему. Закрываем крышкой минут на 15-20 от силы. И наша солянка будет готова. Осталось только пробовать. Перед тем, как есть, обязательно надо добавить сметанки. Насыщенный яркий вкус придает обжаренные колбаски, лимончик. Все очень вкусно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!